Всем добрый день! Сегодня у нас будет рецепт из рубрики «Рецепты с Инстаграма». Эту рубрику я ввела на своем канале еще до Нового года, но в связи с новогодними праздниками, всякими салатами и прочими рецептами благополучно про нее забыла. Поэтому, когда все праздники уже прошли, у нас уже февраль полным ходом, переходим к этой рубрике, опять я про нее вспомнила, и к тому же в Инстаграме у меня в закладках уже накопилось огромное количество классных рецептов. Вот и будем их готовить. Буду стараться хотя бы раз в неделю выкладывать рецепт из Инстаграма. Сегодня мы готовим куриные котлетки под названием «Нежность». Я надеюсь, котлетки действительно будут соответствовать своему названию. Давайте приступим, приготовим и попробуем, что же у нас получится. Итак, нам потребуется куриное филе. У меня здесь вот такие вот два крупнячка. Этого будет достаточно. 3 столовые ложки крахмала. 100 грамм сметанки у меня домашняя. Можно заменить йогуртом или майонезом. 100 грамм твердого сыра, зелень, лук, соль, черный молотый перец и растительное масло для жарки. Куриное филе нужно нарезать мелкими кубиками. И сразу же складываем в какую-нибудь глубокую миску. Добавляем сюда мелко нарезанный лук. Чем мельче нарежете, тем будет вкуснее. Сыр, нарезанный мелким кубиком. Я думаю, ничего критичного не будет, если вы натрете его на крупной терке, допустим. Измельченный укроп. Добавляем сюда 3 столовые ложки крахмала. У меня картофельный сегодня. 100 грамм сметаны. Это вот получается примерно 3 полные столовые ложки. Соль и черный молотый перец по вкусу добавляем. И теперь все хорошенько перемешиваем. Получаем в итоге вот такой вот рубленый фарш. Выкладывать фарш на сковородку удобнее всего при помощи 2 столовых ложек. И не делайте слишком крупные котлеты, они тогда плохо прожариваются. Обжаривать примерно по 2 минуты с каждой стороны до коричневой корочки и под крышкой. Вот такие вот получились котлетки. Рецепт действительно достойный и очень классный. Я и в прошлом делала рубленые котлетки куриные, но я никогда не делала с крахмалом. Оказывается, крахмал придает такую безумную нежность куриному мясу в этих котлетках. И котлеты остаются очень сочными. Главное, их не пережарить. Вот по 2 минутки примерно с каждой стороны долго не жарьте, потому что будут сухими и невкусными. Благодарю вас за просмотр. Удачи вам, приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Вкусно? Вкусно? Угу. Класс. Скажи всем пока-пока. Пока-пока. Спасибо за просмотр. Ставьте мне лайк. Без моей мамы. Молодец.